Елена Летущая, которая с недавнего времени больше не является ведущей «Ревизора», рассказала о причине своего ухода из шоу. Оказывается, после истории в Салехарде, где на съемочную группу было совершено нападение, жених телеведущей Юрий Анашенков попросил ее закончить свою опасную деятельность. «Юра никогда ничего мне не запрещал», – рассказала Летущая журналистам. «Просто однажды сказал: подумай, что для тебя в жизни самое главное. Я не хочу, чтобы ты продолжала как сейчас. Хочу, чтобы ты поберегла свое здоровье и свои нервы». Она также призналась, что не собирается покидать шоу насовсем. Елена останется в проекте в качестве продюсера. При этом Летущая раскрыла секрет, что придумала новый формат телепроекта, который зрители смогут увидеть уже осенью этого года. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!